Приветище! Это привет, сосед 2. Ну как 2? Это недоделанный сосед 2. Альфа 1. В общем, как-то так. Погнали! Шлёп меня за бороду! Опять этот ворон! И ты сам видел, что он сделал? Он соседа запер! Объявляю эту миссию спасательной! Будем спасать соседа! Я, походу, усач. Всё, я уехал. Если ты не в теме, про что я, то посмотри обязательно игру «Привет, гость», как я её проходил. Можно залезть в тачку. И поехать, да? Поехали! Кстати, этот микроавтобус принадлежит напарнице нашего усача. Стоп меня, а! Как мне вылезти из тачки? Кажется, что-то выкинул. Ой! Мой водяной пистолет! Куда его шмантлю? Блин. А, во! А, это не пистолет, это бинокль. Бинокль! Отлично. Смотрим, короче, следим за вороном. Ни шиша, ни черта, и нифига не видно. Короче, можно выкинуть. Зачем я его брал? Так, у нас есть камеры. Отлично. И есть, собственно, телевизор. Который не работает, потому что камера не установлена. Очевидно, Хэп! Черт подери! Пойдем ставить камеры. Камеры сейчас воткнем куда-нибудь. Надеюсь, ворон не выбежит и не выпрыгнет на меня, и не заклюет меня, и не высосет мои мозги. Ты слышишь, он там ходит. Он там бродит. Ворон, привет. Шашечку достал. О, нифига себе, он меня шашкой. Ах ты, злый день! Как он меня шмантыляет! О, я могу вертеть башкой. Куда? А, он меня выкинул за ворота. Серьезно? Так, а мы до сих пор находимся... все понятно. Короче, помнишь, в «Привет, гость»? Мы были на площадке аттракционов. И вот мы, короче, перебрались через эту площадку и попали сюда. В дом «Привет, гость». Теперь-то я въехал. Теперь все стало очевидно и понятно. Нужно разведать территорию, чтобы понять... Насколько далеко мы можем здесь бродить и шалить? Это магазин! Это магазин! Из «Привет, гость» мы сюда заезжали и покупали здесь оборудование. По-любому, да? Похоже. Очень похоже. Да, это та заправочка. Но сейчас она забаррикадирована почему-то. О май гарбл, смотри, какой темный дом! Адовое место! А, это сгоревший дом. Адовый дом. Твою ж налево, ёкарный бабай. Смотри, куда пришел. Добрался до колеса обозрения. Но туда пролезть никак. Ути-путички, ты посмотри, кого я встретил. Этого чижа маленького с красной шапочкой. Красной шапочкой я буду тебя звать, Котеич. Мы встречались с тобой на крыше дома в «Привет, гость», на который я старался залезть и хотел посмотреть этого котейку. Теперь я знаю, как он выглядит. Смотри, какой пруд шикарный. А не скупнут ли нам свой зад? И бомбочкой бдыдых. Фигаси, чертяки морские. Вы что, меня обмануть решили, что ли? Это не вода. Чертова текстура. Капец. Спальные мешки. На дворе уже ночь. Можно опрокинуть кости где-нибудь здесь и подремать. Короче, товарищи, я обижал эту карту всю вдоль и поперек. Все очень интересно, но нифига не представляет интереса. Потому что весь центр и эпицентр интересности состоит только в доме этого чертова ворона. Поэтому нам, походу, лезть нужно туда. Будем проникать целиком. Хо-хо. Сейчас, короче, что, это нам не нужно. Что-то я запутался. А, вот, он нам сюда. Вот он мой драндулет, вот он мой лес опять. Блин, прикольный лесик. Правда, колеса все биты. Ну ничего. Значит, камеру... блин, я камеру профугал, блин. Подожди, а может быть она была включена и... Нет, она не была включена. Вот я кусок идиот, ты не профукал камеру, все. А может быть ворон ее где-нибудь спрятал у себя в доме? Сейчас мы это узнаем. Сейчас мы это узнаем. Это что? Так, не выходи. Я слышу его шаги. Надо присесть. Надо присесть. Черт, мои усы будут видны все равно за этим... Из-за этого стула. Короче, ворон проник в опечатанный дом.
что не очень круто, и, возможно, запер там соседа. А все думали, что сосед это ворон. О, я могу в мусорку спрятаться. Отлично, я буду теперь пахнуть рыбьими кишками и прочими ароматами отходов. Так что ж, пойдем. Я пополз. Пойду в сортир. Посижу, попержу. Что, все равно? О, действительно, можно зайти в сортир. А, нет, сортир нельзя, прикинь, он закрыт. Чертовы негодяи. Где ж мне теперь нужду справлять? Так, ладно. Здесь есть еще один мусорный бак. Ну и что, раз начали с одного бака, так надо все баки облазить. Мало ли. Вдруг я буду пахнуть каким-нибудь Армани. Все запахи. Ух ты ж, нифига себе. Тут мусорка, а здесь я не был. Это получается, когда я бежал все вдоль и поперек, сюда-то я не забежал. Охренеть. Это что, самогонка, что ли? А, винишка, наверное, какая-то. Или борда. Так, ладно. Хватит уже лазить вокруг да около. Пора проникать в дом, как мы это любим. Агент 0057. 57 это цифра моего возраста. Нифига себе, это что за холодос тут такой? Я помыться могу? А, это душ, прикинь. Я могу помыться, да? Шикарно! Смою себя вонялку всю, которую приобрел в мусорных банках. Банках? Так, ладно. Как? Я словно по металлу хожу. Что, камеры? Камеры? Что это такое? Надо залить. А, спрятаться никак, прикинь. Вот черт подери. Огнетушитель есть. По-любому. Нет огнетушителя. А где огнетушитель? Как его здесь нет? Это же... Это как так? Подожди, это что? Что это за конвейер? Мусор. Мусор можно взять. И можно его положить, да? Вот. И что я сделал? Ни шиша непонятно, но... Давай попробуем прокатиться. Не, конвейер явно не для меня. Вороненок, ты где? Эй! Он по-любому где-то наверху. О, смотри, какая трещина! Трещина, там по-любому полость, там что-то есть. Вода разлита. Так, мне кажется, что нужно... Вот этот подусь. Он наверху, 100% наверху. Черт возьми, как мне этого не хватало. О, ёкарный, бежим, щемимся. Почему? В душ я моюсь. Я моюсь, все, меня не запалить. Че, реально? Зачем тебе мусор? Ах ты ж! Щавель тебе в клюв. Капец, отпусти меня. О, молодец, спасибо. Он послушал. Отпусти. Так, бежим. Где? А, он все закрыл. Валим. Валим. Куда? Наверх, конечно же, наверх. Наверху, а что наверху? Непонятно, ящички. О, здорово. Нет, там ничего нету. Так, берем ящик. Если что, я пульну. Не подходи ко мне. Злодень пичугасый. Двери закроем на всякий пожарный. Подопрем вот так вот картон. Твою ж налево, как ты здесь оказался-то, а? Твою... так, подожди, сюда бежим, сюда. О, нифига себе, круто. Круто! Сколько всякого интересного, двери закроем. А, не могу, прикинь. Не могу. Закройся дверь-ка, пожалуйста. О, молодец. Так. А, но тут я не пройду. Капец. В западню попал. А вон там, кстати, ключ. Вон ключ висит. О, здорово. Дверь закрой, а то мне дует. Эй, Василий. Как там тебя зовут-то? Вороненок. О, все, отлично. И не открывай больше. Мусор не сюда. Да блин, отпусти меня. О, за текстуру меня только не закинь. Ты меня сейчас вместе с мусором вынесешь. Нифига себе, в окно выкинул. Обалдеть. А, хорошо, что у меня на коленники были одеты. А то коленочки подбил. Кстати, ты прикинь, куда он меня вышвырнул. К этому адовому дому сгоревшему. А что это за дом-то вообще был? Чтоб меня муравьи в жопу кусали, здесь никак не выбраться, это как так-то? Подожди, а вот тут вот, если я вот так вот сделаю, вот. Опа, да, получилось, отлично, я выбрался, все, муравьи отбой. Че, лезем снова в квартирку. О, в машину спрятаться можно? Фига себе, поехали, без колес, но поедем. А, что-то я увлекся. Да, колес точно нет. Как ты так угадал? Эй! Есть дома кто? Прикольно. Вот это слежка, да? Даже камеры никакие не нужны. Холодос, пожар. Велик. У него такой же велик, как у меня, только синий. Даже портфельчик есть. Очуметь. Пойдем через парадочку войдем. О, и звонок есть, а можно позвонить? Я в гости пришел. Динь-дон, не работает, динь-дон. Открываем двери. Ого, как он оградился-то, слушай. Где-то должен быть переключатель, который позволит нам войти внутрь. Где же этот переключатель?
Вот это, наверное, да? А, он не работает, смотри-ка. Что ж такое происходит? Вороны совсем сошли с ума. Ага, здесь еще вот эту штуку прилепил, да? Чтобы ее отлепить, конечно же, мы понимаем, что нам нужен лом. Лом! Гора металлолом. Где же мне тебя найти? Может быть, у меня в машинке что-нибудь появилось новенькое? Так, вылези с тачки. Ты слышал? Ты слышал? Ворон вышел, 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 ворон, смотри на него. Блин. Стой, 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 надо его догнать, надо его догнать. Дверь, двери мне открой. Двери, говорю. Мусор, мусор, я где-то здесь видел мусор. А? Отстань. Тебе что, пофиг на мусор, что ли? Чёрт ты такой бессмертный. Чёрт поганый. Опять выкинул. Так, да ты чё? Быстренько, быстренько. Смотри, споткнулся. И споткнулся, бежим сюда. А здесь закрыто. А как он вышел? Чё за дела? Как же мне эту фигулину-то открыть? Ладно, обход, обход дома. Ворон там до сих пор валяется, у меня есть преимущество. Может быть, я как-то здесь могу залезть? Но нет, твой зад не позволит это сделать. Ты ж не муравей чертов, чтобы сюда залезть. Еще и лом нужен. Где мне лом найти? Пойду-ка я, короче, по мусорке пошарюсь. Возможно, здесь что-нибудь есть интересненькое. Ломик. Эй, откликнись. Чтоб меня... О, нифига себе. Кеды! Ё-моё, нифига себе, сколько ворон обувки потаскал. А вот, кажется, ил... А, нет, это насос. Эх, насос, насос. О, лимонадом кто-то торговал. Серьезная вещь, серьезно. Так, ну чё, тут вроде ни шиша нет, кроме грязи у меня под ногами. Смотри, сколько коровок тут. Жалко, вытащить одну нельзя, чтобы это все рассыпалось, как карточный домик. Кстати, очень интересно, как вон туда попасть можно. Сейчас будем паркурить. Ё-хо! Вот. Получилось, получилось. Конечно. Ого. Ого. О, я сюда могу пролезть? Ну, круто, конечно, это все. А, ну я здесь был. Вон он, горящий домик. Вон там мостик есть. А, сейчас. А там что-то светится в том домике. Не, как интересно, любопытно. Но ни шиша я сделать не могу. Пойдем через мостик прогуляемся. Пойдем, 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 пойдем. По-любому что-нибудь там найдем. Уверен, 100%. Тут, кстати, дом вот этот закрыт, если это дом. Это какая-то, я не знаю, фигня. Это не дом. Сарай. Разломанный сарай. Где же ты, мой рай? Вот он, мостик. Но он за забором. Черт возьми. Че ж, в яму, что ли, прыгать? В яму спрыгнуть. Канализейшн. Канализейшн. Инстартабейшн. Не спрашивай, что эти слова значат. А, это просто дырка. Ну, короче, это недоделанный канализейшн. Все понятно. Так. Что-то в поисках лома я слишком далеко зашел, тебе так не кажется? Ой. Опять утонул. Усо! Я выбрался. Вот он мост. Я сейчас перехожу его и побеждаю всех. Да? Все. Вин! Вин, 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 вин. Я победил? Нет, не решай, не победил. Ух ты! Кажется, я шахту нашел. Кажется, нашел, но она закрыта. И маска, смотри, какая. Маска похожа на ту, что носили вандалы в «Привет, гости». Может быть, это их логово? Ладно, сейчас это не важно. О, наконец-то! Расчехлился вороненок. Можно проникнуть к нему в дом. Давай как влетим отсюда вот так. Ой, давай запрыгивай, блин. Тощи ноги, нет, валим, 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 валим. Он выпрыгнет, нет? Давай, выпрыгивай. Вороненок, ну выпрыгни же. А, он вышел, вышел в дверь. Так, дверь теперь закрыта. Ой, твою ж налево. Какой он шустрый. Так, валим. Скорее бежим наверх. А почему опять наверх? Тут закрыто. В сейф. Давай в сейф спрячемся. Твою ж. Господи, ай, мусоркой. За что? Отпусти меня. Отпусти, проказник. О, топливо. Топливо видел? Капец, стрёмно-то как. А, чтоб тебя. Сейчас, 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 сейчас вылез. Через окошко второго этажа, нифига себе ты мощный. Бежим, 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 бежим. Снова бежим. Эй, я вернулся. Ты меня не выкинешь. Да блин, все равно поймал, да капец. Где ты? Где ты, вороненок? Давай через окошко вылезем. Вот так вот. И зайдем через парадочку. Круговой цикл. Круговорот событий. Ну что ты на меня смотришь? Да блин, вот этот попадос. Ну и что, куда ты в этот раз меня зашвырнешь? Пусты? Это не серьезно. Давай, кто первее? Кто первее? Я в доме первый. О-о-о. Закрывай дверь. Ну и что здесь? Что здесь? Микроволновка? Что в холодосе? У тебя даже пожрать ничего нету. Свинья, башка свиньи. Обалдеть, плитку можно врубить.
О, тебе приготовить этот шашлычок? Вороны, смотрите, слетают, офигеть. Вот это прикол. Шашлычок, какой шашлычок? Тебе приготовить омлетик, а? Из твоих же яиц. Смотри, у него тут везде конвейеры. Тут тоже конвейер. Мини-конвейер. Так, ладно. О, что тут? Наконец-то! Фонарик нашел. Обалдеть тебе был. Балдеть тебе был, балдеть тебе был. Ты не пройдешь сюда? Так, что мы здесь имеем еще? Это кто такой? Ты че, откуда вывалился? Это я тоже заберу. Второй этаж мне открой, а? Чертяка. Ну давай, беги сюда. А я вот так вот хоба прыгаю и не допрыгнул. О, второй этаж открылся. Второй этаж. Нет, мой мусор. Как-то он так вывалился. Подожди, фонарик, 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 фонарик. Хопа, все, бежим. Побед... Да как так-то, чтоб меня? На ровном месте споткнулся. Ты чё? Это несправедливо. Пусти меня, сказал. У меня священные усы, меня нельзя трогать. На ему канистрочкой прилетело. Фонарик мне дай. По башке получил. Пирожок не получил. Фонарик. Фонарик, мой фонарик. Куда я фонарик дел? А, вот я тут спрыгивал. Хватай фонарик и бежим. Бежим. Все, можно, в принципе, тут залезть. Так. Пока он там на улице, огнетушитель он сюда еще не притащил, да? Где я еще тут не лазил? О-о-о, тут документы на нас с девчонкой. Понятно. Понятно, что нифига не понятно. Тут что-то можно. Я что, спрятался? Куда? Я за занавеской спрятался. Вот этот прикол. Наконец-то я нашел место, где прятаться можно. Точнее, я за шторой. Как любопытно-то. Ну, где же этот парень? Говорит ворон. И кажется, он присел на табурет. Убежал. Че он там делает, слышишь? Он запирается, что ли? Так, ладно, вылазим, короче, с этого места. Можно? Можно я... Как мне вылезть? Я хочу... Вот, наконец-то. Поползли. Поползли, пока он там занят своими делишками важными. О, смотри, тут кладовая. А, это я в ней спрятался. Понятно. Оп, что это такое было? Ой-ой-ой, прячемся. Он бежит, бежит, бежит. А здесь нифига никого нет. Опять наверх побежал. Носится как угорелый. Обосрич. Что это такое там? Вот это что это? Что за фигня? Фигня, вот это, что это такое? Фигня, которая стреляет в меня. Можно ее как-то... О, мы ее сбили, отлично. Все, она теперь меня палить не будет, наконец-то. Короче, я думаю, что на сегодня этого барахла хватит. Ворон-мусорщик меня достал. Куда ты опять пошел, а? Так, а если я крадусь к тебе? Нет, он не пустит меня, херовно. Не прокрадусь я к нему. Так, буду тусить тут. В общем, на сегодня все. Мы провели с тобой первую разведывательную серию по «Привет, сосед 2». Я жду от тебя помощи. Пиши в комментариях, что тут делать, как дальше быть. Потому что это альфа, по-любому тут нужно как-то хитрить. Ну, на этом все. Пока увидимся в следующей серии. Не забудь подписаться и поставить свой лайкос. Это очень важно. Короче, пока.